По вызову, дабы устранить неполадки, связанные с интернетом. До этого с красавицами был проведен подробный инструктаж, чтобы все было по-настоящему. У новоиспеченных специалистов в области интернета весь реквизит с собой. Только рядом с инструментами в их чемоданах косметика. Это так по-женски. Интернет работает. Молодцы. Всего один день и столько впечатлений. Вывод девушки делают единогласно. Быть моделью легко и приятно, но в случае смены профессии всему можно быстро научиться. Смотрите во второй части нашей программы и не покидайте меня сразу после рекламы на канале РЕН-ТВ Рязань.